Ее мировоззрение может отличаться во многом от обычного мышления, но это вовсе не повод заточать ее в плен. Даже если она, ну, супруга самого настоящего короля монстров. Конкурс на дефиле номер 67. Эклипса Баттерфляй. Стар против сил зла. Сода пищевая. Химки. Не двигайся. Сначала мне нужны ответы. Ты имела дело с черной магией или нет? Ну, я сделала то, что считала необходимым. Если Верховная комиссия и твоя мать считают меня злой, то пусть я буду злодейкой. Так и ты, мое дитя, робкой я была, матери перечила, мудрости уча. Но, умерев пыл, смогла мысли обуздать. Пора тебе узнать, чему меня учила мать. Так ты хочешь стать злобной, как я, отражение меня? Так проказничать хочешь ты день ото дня? Конечно, можешь жить меняка посвятить, но кроха зла крупней дела даст совершить. Так ты хочешь стать злобной, как я, абсолютно гнилой? Так ты хочешь стать гадкой, суровой, крутой? Как только палочку упрешь на трон, стать черствой и могучей.